По центру. Блин, вот здесь плохо будет, здесь свет падает оттуда. А там лампа прямо над тобой получается. Нет. Там он лампа. А тоже, там свет видишь? Идет. То же самое. Да то же самое. Ты яркость-то сделай, ёпта. Зачем мне здесь яркость? Он сядет так. Не видно. Офигенно. На работе сижу в четверг, на большом экране. Но, когда вы комментируете, я речь отвечу. Бля? Четко слышно, все. Бля, кому там? Вот наш тренер, вот наш тренер. Это я, что ли? Это очень сложно. Это Валеру тут последний раз комментирует. Красиво. Зато пересматривал, нет? Он там Макс обыгрывает. Красиво. Вообще вот так. Хорошо. Никого нет. На Амазоне есть. Ты пойми, Лёх. Никого нет, но ты все равно записываешь. То есть ты сейчас приедешь домой, пересмотришь какие-то моменты. Сергей смотрит. Смотрит? Да ладно. Там вот? Да ладно. Я не смотрю. Хорошо. Тогда будем знать. Тем более, помнишь? Ну я не люблю. У меня был рекорд с орбиты 25 человек. Давай, ты снимай. Я уже снимаю, но нету. О, один. Давай. Один, показывай. Все, чуть-чуть, все, двигайся. Валер, ты тоже чуть-чуть. Тоже этот один. Валер, ты тоже чуть-чуть подвинься. Разброс у него был. Пока 0-0. Пока можно взять. Пингвины с шайбой в своей зоне. Шайбами. А ты им давал? Еще фотки нашли, что там, лук идет, не? Лук убери. Ну, чтоб его тоже на календарь. Каков? Вот это самое важное. Там. А, это укусов у меня не так хватит. Ты выключил, что тут гонишь? Я только включил как раз.
Дед Мороз. А подарки кто? А что ты дал? На двое пить, а начинать. Потом в конце провода в деревья. Трое судей. 1, 2, 3, 5, 5, 3, 3. 4, 9, 5, 5. Даже и центральный. А, главный арбитр. Thank you.
Матч тура. Мы начинаем трансляцию с главного стадиона Южной. Сегодня играют Центурион и Питтсбург Пингвинс. Матч обслуживают три судьи. Иванов, Петров, Сидоров, как обычно. 1-2-3, 5-5-3-3. Поехали! Зашли с дома опасно. Это виртуозно было, это Щедников. Велики повели. Пока неплохо. Минуту 0-5. 0-1. Передача Даниила Булатова. Это был Щедников. Давай, 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 давай! Держи, 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 держи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, опасно! Опасно! Хорошо, Кирилл. Шайба через борт. Давай,
потеря. Я. Дальше все. Дальше. Сюда. Мудряк. Мудряк красный. Красный мудряк. Давай, Даня, поехали, поехали! Данила! Давай, давай, 3-2, давай! Хорош, Саша, молодец. Красный сорвал, он никогда пас не играет. 23, ага. Ой-ой-ой. До конца, Кирилл, до конца! Смена состава. Тащи, тащи, Гош, тащи! Почему не прочитал мне? Почему не задачку, а? Молодец, Шима. Тащи, Кирилл! Я сейчас пойду поговорю. Да? Ну, лучше в зону было бросить, чем что-то там пытаться. Не, не, все правильно, все правильно. Поменялись нормально. Заходи, Дань! Хорошо!
вообще, смотри, старается, молодец. Беги, беги. Хорошо все было, но не попал. Саша, не падай, Саша! Нельзя падать, Саша, ну нельзя падать, блядь! Ну нельзя падать! Отлично! Ну, главное, что не сиснем.
давай, ну поточнее. Нет, так, стереги, Питон. Еще раз попробуем. Такой хоккей нам не нужен. Судья молодец. Увидим. Почаще бы видим. Центра больше. 12 минут 15 секунд первого периода. Встали, ребята, встали. Не надо играться. С передачей Арсения Лапошина шайбу забил Кирилл Афанасьев. Ну, к Лапошину подошли? 8. А класс. Сразу шин. Видит Егора его? Не видит. Опа! Судье прилетело. А как, ребята, вы что? Держи! Молодец! Ой, молодец, надо! Вода держи! Атаку, Макс, начни атаку. Хорошо. Ой, молодец. Ой, молодец. Давай, три выиграл на лоб. Ну, сделайте, ребята. Ну, не так. Да, ребята, еще на тренировку. Вот так. Облажаться. Собирай его. Ой, я не могу на красном. Ну, что происходит? Это затрещало, ловушка. Кирилл!
Ай. На дальний все грамотно. Игра, игра, Сень, игра. Игра, Сень! Черпачком. Я представляю, что там был-то? Да ладно. Да? Да ладно. Он же вроде владел шайбой. Да вроде ничего не было такого. А так игрока не владеющего шайбой. Да. Решил подровнять. Колени. Киселев, 2 минуты. 16 минут первого периода прошло. 4 минуты до конца. 2-1, центр впереди. Чуть не сглазил. Встали! Встали! Красные могут убежать. Красные могут убежать. Красные могут убежать. Встали! Блин. Вышло, вышло! Прошла! Все нормально, ну там неудача была. Ну да, да, да. Там я же говорю, красные могут убежать. Не важно. Надо было попасть. Попасть надо было. Ну, от детей хотите. КТЛ на все попадает. Блин. Блин. Главное, вбрасывай, не в этом зоне. Назад, Кирилл! Кира, назад! Побороться. Молодец, выброси, выброси! Да выведи ты ее, блин! Не спеши, Костя, не спеши! Бросай! Хорош, молодец. Костя! Пошел, пошел, пошел! Давай, Кирилл! Отлично! А там нельзя брать! Судья! Удаляй! Там нельзя накрывать! Удаляй! Давай, давай! Сейчас он даст, он вам объяснит и даст. Маловероятно. А, он просто объяснил ему? Просто объяснил. Че, бросай ты зонт, все. Никакого удаления. Ну, он просто пожурил. Прикольненько. Прикольненько. Первый, Костян, первый. Куда, куда ее? Вставай, вставай. Давай, давай, блин. Да мне тоже ничего не говорят, все подобное, блин. Блин, ну почему не удали, а? Ну вот они удали, что ли, удаляются, или игрок, или он? Не знаю. Блин, что-то... Стоять!
классно! Кирилл, не на побор. Касание было. Ой, кто быстрее стреляет? Неважно, а какая важно, разница? Большая разница. Он же не выбрасывал. Он же не здесь. Он же не отбрасывался уже, Гошаныч-то. Он просто не смог взять. Ну что? Он не был касание. Коснулся его зоны. Но он же не смог взять просто, примерно. Он же и не отбрасывал. Да? А мне казалось, что если чиркнуло даже игрока, то уже им проброс не считается. Если игрока соперника, чиркнуло. Молодец, Шима, давай! Давай! Янок тащи! Янок влезай! На дальнюю, Янок! Ну там ворочек, все. Да надо на дальнюю вылезать. Перекрыл. Минута 15 до конца первого периода. Дальше сейчас. Молочек! Данечка, молочек. Бросочками, бросочками, бросай! Молодец! Ну еще! Ну еще! Хорошая, хорошая снимка. Атака сходу. Почти гол. 35 до конца секунд. Почему ты точно не говоришь? 36 же. Не дать бросить, не дать бросить! Хорош! Блин, нету крайнего. Где крайний? Нет. Кирилл, 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 ну! Высоко! Бля, Данил! Выброс нельзя, нельзя, нельзя! Жду вас через 15 минут.